Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая сейчас находится в Украине, призналась, что после начала войны у нее нет желания жить в России. Так, 17 февраля Татьяна приехала в Киев на съемки программы «Лига смеха». Улетать из Украины актриса должна была 25 февраля. Однако 24-го началась война, и артистка осталась в Киеве. По словам Лазаревой, после нападения России на Украину у нее нет желания жить в РФ. Более того, она думает, что после всех ее высказываний в соцсетях, в России ее арестуют. «Никаких надежд на возвращение у меня нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России нет», — сказала Лазарева. Также она высказалась и о том, почему молчат звезды из РФ. «Это ответственность. Принимать какую-то сторону. Публичным людям сделать это трудно. В России сильны репрессии, и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих. Мы не можем ото всех этого требовать».